Во Всеволожском районе в деревне Юки строится новый магазин. В нем будут продавать продукты сельхозпредприятий Ленинградской области и хлебобулочные изделия из деревенской пекарни, рассказывает Алла Шутова. Отличительной особенностью новой торговой точки будет ассортимент. В магазине планируется продавать продукты, произведенные в Ленинградской области. Имея в виду наши санкции и наше умение работать с продуктами Ленинградской области, вот, мы планируем здесь, что здесь будут реализовываться свежие продукты Ленинградской области. Здесь будут полуфабрикаты, здесь будет мясо местное. Мы договорились с соседями, что здесь не будет никакого шума, не будет виноводочных изделий, не будет никакой музыки. То есть тишина будет соблюдена. У предприятия уже есть опыт успешной торговли. Первый магазин построен в деревне Дранишники, рядом с пекарней. Сюда приходят и приезжают за свежим хлебом. Ежедневно на предприятии выпекается 5 тонн свежих хлебобулочных изделий и сладкой мелкоштучки. Знаменитые пироги из деревни Дранишники. По итогам работы предприятию присвоено звание «Лидер торговли 2014 года». Так что есть основания полагать, что и новый магазин понравится покупателям.